Люберецкие депутаты приняли проект бюджета городского округа на следующий год и плановый период 2025-2026 годов. Проект бюджета основан на прогнозе социально-экономического развития округа, основных направлениях бюджетной и налоговой политики и утвержденных 17 муниципальных программах. Основные характеристики проекта бюджета. На 2024 год доходы 18,4 миллиарда, расходы 19,2 миллиарда, дефицит 782 миллиона рублей. На 2025 год доходы 17,6 миллиарда, расходы 18,3 миллиарда, дефицит 719 миллионов. На 2026 год доходы 16,9 миллиарда, расходы 17,4 миллиарда, дефицит 517 миллионов рублей. Новый трехлетний бюджет сохранит социальную направленность. Основная часть расходов будет сосредоточена на формировании современной комфортной городской среды, строительстве, образовании, развитии и функционировании дорожно-транспортного комплекса, культуре, спорте и социальной политике. Публичное слушание по проекту бюджета состоится 1 декабря в 11 часов в 230-м кабинете Люберецкой администрации.